шлифовка и полировка. Шлифовку производите абразивом Norton Waterproof Black Ice с блоком для удаления соринок и царапин с поверхности. Используйте небольшое количество воды. Для устранения более крупных дефектов или для удаления эффекта апельсиновой корки используйте Norton Dry Ice Q260 P1500. Norton Ice градации 2000. Закрепите абразив Norton Ice градации 1500 на подошве ротор-орбитальной машинки и производите шлифовку с небольшим количеством воды. Вода на поверхности позволит избежать накопления пыли, которая может стать причиной царапин и дефектов в форме спиралек. Поролоновая основа Norton Ice повторяет контуры поверхности и обеспечивает наиболее ровное и однородное шлифование без использования дополнительной поролоновой прокладки. Продолжайте работу диском Norton Ice градации 3000 до полного удаления царапин. При необходимости повторите процесс. Обеспечивайте влажность поверхности. Протрите область работ насухо, чтобы осмотреть поверхность. Она должна иметь ровный и практически отполированный вид. Следующим шагом используйте мягкий поролоновый диск черного цвета. Нанесите Liquid Ice Step 2 OEM на поверхность и отполируйте, чтобы удалить голограммы с поверхности. Удалите остатки полировальных паст при помощи средства Liquid Ice Detailer Spray и салфетки из микрофибры Blue Magnet, созданной специально для очистки поверхности без повреждения краски.